Сегодня 26 сентября, и сегодня я начинаю собирать дайкон. Это у меня вот такой зеленый дайкон. Видите, вот земля плотная, поэтому в земле он был совсем небольшой частью только. В основном у меня тут получился зеленый дайкон, но, как видите, есть и белый, есть и красный. Вот. Давайте попробуем вот этот дернуть. Видите, совсем не глубоко. Такой вот у меня не длинный получается, а шарообразный. Но особо он у меня уже не растет. Так что дерну, видите. Получается вот такие вот редьки. Посмотрим. Сейчас тут еще у нас белый есть. Сейчас белый дерну. Этот у нас белый, видите? Белый, может быть. О! Ничего себе! Мам, смотри, какой дайкон вырос! Белый длиннее. Белый длиннее, белый выгоднее сажать. Ну-ка. Сейчас выдерну еще парочку. Вот зеленый. Вот это, видите, кто-то его тут погрыз. И сейчас выдерну красный. Тут его уже пора выдергивать. Тут листья пострадали. Вот этот красный дайкон. Красный. У меня три сорта. Зеленый, красный и белый. Ну, судя по всему, белый самый хороший. Это, видите, маленький еще. Это, может быть, не буду выдергивать тогда. Вот этот выдерну. Зеленый. Так, вот этот тоже. Он, видите, практически не удерживается в земле. А? А я до этого не сажал никогда дайкон, поэтому я не знаю, рекордный или не рекордный. Вот видите, вот он какой длинный. Опа! Вот это, я даже не думал, что он на такую глубину-то уходит. О, смотри, белый мне определенно нравится больше. Белый он по сравнению с остальными такой длинный. А? Ну ладно. Я тогда теперь сейчас его подергаю и покажу в конце. Вот как он выглядит. Сейчас еще могу показать репку. Ой. Вот желтая репка, видите, она недавно начала увеличиваться в размерах. Вот, ну видите, тоже растет. Желтую репку, значит, пока не трогаем. Белый дайкон не весь еще вырос, видите, он еще есть маленький. Его еще трогать рано такой. И белая репка. Белая репка, я уж тут много ее пособирал. Белая репка очень вкусная. Очень вкусная. Я в прошлый раз давал видео. Видите, она просто практически лежит на земле. Маленькая вот эта штучка только в земле. Вот. Белая вот эта репка очень вкусная. Что называется, самое-самое то, что надо. Вот. Ну ладно, теперь соберу урожай и увидите, как оно, что там получается. Вот это хананом мы ее общипываем потихонечку. У нас ее очень полюбили птицы.